15 января во всех муниципалитетах округа стартует первый этап приема заявлений от родителей будущих первоклашек. Однако дата старта приемной кампании в городах и районах отличается. При записи в первый класс учитывается территориальный принцип, то есть главным критерием зачисления детей является близость школы к дому. По месту жительства заявления родителей принимаются в первом этапе, который продлится по 30 июня. 27 января с 8 утра начнут принимать заявления в городе Лабытнанге.